31 березня кожен з нас має можливість стати глядачами унікального театрального проєкту «Оскар і рожева пані». Його прем'єра відбулася 11 жовтня минулого року у Києві за мотивами всесвітньо відомого роману Еріка Еммануеля Шмідта. Певна унікальність проєкту в тому, що він об'єднав зусилля митців з різних міст і різних театрів. Актриса Ірма Вітовська, режисер Ростислав Дежепільський, гурт «Океан Ельзи», художник Андрій Єрмоленко, балетмейстер Ольга Самьошкіна та актори Івано-Франківського театру створили не просто подію, а показали приклад милосердя. Головна мета вистави – благодійна і соціальна – розповісти людям про те, що таке паліативна допомога для дітей, які приречені на смерть. Що відбувається? Нічого там просто… А як ти почуваєшся? Добре, що відбувається? Мамо, а чому ти не був у мене на програмі? Що відбувається? Пеккі повезли на операцію. Оскар! Оскар! Як сміє ваш Бог допускати таке? Такі хвороби! Значить, він злий, чи не такий же всесильний? Так не можна говорити, Оскар, ти що? Про Бога? Так не можна, сонечко, послухай. Послухай мене. Бог тут ні до чого, це... Як тобі сказати, хвороба, вона як смерть, вона даність, вона не покарання, сонце. Зразу видно, що ви не хворієте. Недавно был сюжет по телевидению, и кто-то из волонтеров говорил о том, что паллиативная помощь – это означает о том, что больного выписали домой, и он там умирает. Нет. Паллиативная помощь как бы вот в том понимании и в том правиле, в котором она должна быть, это, да, она проводится тем больным, которым, к сожалению, медицина уже не может помочь. И самое главное направление паллиативной помощи – это создать для пациента наиболее комфортные условия пребывания, да, чтобы вот его, ну, хотим мы того или не хотим, но это последние дни его жизни, чтобы эти последние дни его жизни они прошли в окружении близких людей, они прошли в той комфортной обстановке, к которой человек привык, то есть чтобы… Уходя из жизни, у него были как бы вот какие-то понимания того, что его окружает все родное, все ему знакомо, и как бы облегчить его страдания. Для того, чтобы создавать хосписы, наверное, все-таки как бы должен быть какой-то определенный социальный уровень развития общества. Да? Как бы люди должны понимать, что есть такие пациенты, есть такая проблема, они нуждаются в помощи, и им нужно помогать. Вот эти вот... спектакли, обращения, то есть, ну, все... Фестивали, да, то есть, как бы, людей к этому нужно, ну, люди должны понимать, к этому нужно готовиться, это не приходит за один раз. 31 марта. Уникальный арт-проект «Оскар и рожева пани». В главной роли Ирма Витовская. Музыка «Океана Эльзы». «Оскар и рожева пани». 31 марта в театре имени Шевченко. Билеты на сайте «Интернет-билет».